кто решил провести время на футболе. Будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом. Кто решил провести время на футболе. Будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Кто решил провести время на футболе. Будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Кто решил провести время на футболе. Будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Удар по мячу, и игра началась. Мощно он сыграл сейчас. Удар по мячу, и игра началась. Мощно он сыграл сейчас. Мастерски сыграно, а дальше что? Удар по мячу, и игра началась. Мощно он сыграл сейчас. Мастерски сыграно, а дальше что? Ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Кто решил провести время на футболе. Будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна...